Так, ну что, ребята, пока есть еще время у меня до темна, успею сделать, наверное, этот концевичок. Сейчас я припаяюсь. Вот уже термоусадочку сюда накинул. Спаяю концы все по-быстренькому. Так друг в дружку вставляю провода. Все, один есть, готов. Так, усадочку. О. Готово. Все, джаксы. И вторую точно так же по этой схеме. Сейчас вот так друг дружку втыкаю. Вот так, отлично. И спаиваю. Все отлично. Хорошо. Изоленты крутану сейчас и все. Ну вот, друзья, короче, вот получилось вот так. Вот место то, которое припаялся. Термоусадочка. И сейчас вот такой вот изолентой мотанусь. Вот. Это такая тряпочная, мягкая, как заводская, хорошая. Она эластичная, такая мягенькая-мягенькая. Под завод сделанная. Ну и вот, ребята, смотрите,
Вот, достойный концевичок. Все, теперь не будет загораться сигнальная лампочка на панели приборов, что у тебя открытый капот. Все, работать будет. Остается только его продеть и надеть на клемму. Ну, вот так вот все делается, все ремонтируется. Ничего сложного нету в этом. Просто немножечко времени. И у вас будет все. Просто немножечко времени и руки с правильного места. И у вас будет все пучком. На этом все, пацаны. До новых видеороликов. Всем удачи.